Всем привет, друзья, это канал GameTime 32. Сегодня продолжаем Чернобылит. Поехали. Так, поехали, загрузочку. Всем привет, друзья, это канал GameTime 32. Ой. Сегодня продолжаем Чернобылит. Не понял. Поехали. Грузочку. Так. Так, ну что, прокачку мы сделали. Вроде уже можно и пошустрее работать, двигаться телом, да? Так, что у нас по ресурсам здесь? Так, наверное, сделаем, наверное, мы патроны. Так, у нас отмычки есть. Так, кстати, что я хотел сделать? Давайте-ка мы арбалет на разделаем. Нам же нужно бесшумное оружие. Отлично, можно сделать арбалет. Еще также можно сделать макаров. Ага. Инвентарь заполнен, друзья. Надо нам расширять инвентарь. Без него мы... Так, что у нас получается? Как-то они все в кучу собрать, разделить, сортировать. О, сортировка, смотрите, да? Так, а как же нам... А нельзя уместить? Нет. Плохо, что нельзя как-то вот в один этап как-то собрать эти все патроны. Они почему-то по 10 штук все раздельно. Да, хреново, ну ладно. Давайте пойдем дальше. У нас пока что ночка, наверное, да, надо поспать теперь получается. Мне, кстати, кажется, он стал быстро ходить, по-моему. Так, проверяем по подсказкам. Так, на доске представлены все собранные вами улики. Каждая улика ведет к определенному факту. Узнав все факты, вы сможете воссоздать события виртуальной реальности. Ну вот почему она не работает? Как ее запустить? Ну ладно, хрен с ним. Давайте поспим тогда. Так, где мой телефон? Так, ну что? Где выход наш? Чатику привет. Так, у нас получается вещи старого убежища. Нет, мы не пойдем. Давайте не пойдем. Мы знаете куда? Я думаю, наверное, зайдем в Копача. Погнали. Новую локацию. Говорят, враг моего врага мой друг. Но можно ли доверять предателю, Игорь? Доверие очень хрупкая вещь. Тяжело построить и легко разрушить. Но ты ведь по-прежнему доверяешь мне. Правда, любимый? Так, а вот мы, по-моему, как раз таки, да, пришли вот с этой стороны. Копача. А, слушайте, нам, по-моему, нужно, знаете что? Скорее всего, создать...
как это его? Противогаз. Иначе как мы сейчас туда пойдем? Так, ну что, давайте карту посмотрим. Прямо у нас радиация. Также мы можем и сюда пойти. Так, что-то есть. Что-то есть, друзья. Слава вам, храбрые, слава бесстрашным. Вечную славу поет вам народ, доблестно жившие, смерть сокрушившие. Память о вас никогда не умрет. Кстати, эта локация похожа, как в Рыжем лесу. О, гляньте, пекарь. Жаль, что места нету, друзья. Места мало. Подождите, а у нас, по-моему, есть оружие одинаково. А, кстати, так у нас дробовика 2. Зачем он нам надо? Давайте-ка мы удалим. И теперь... Стало очень удобно. Так, можно музычку, наверное, прибавить. Так, там оружие. Ах, зашкаливает, ё-моё. Так, а если нам туда идти обязательно? Ну там ничего нет, в принципе, можно идти отсюда. А, кстати, такой домик где-то я уже видел на какой-то картинке. Ох, ни хрена там сколько всего, слушайте.
Так, еще где-то есть, я слышал. Тут еще я вижу подвал есть, по-моему, потому что вниз. Ах ты, ё-моё! Ни хрена тут сколько добра, друзья. Очень много всего здесь. Какой-то, может быть, пионерский домик. Опа! Провалился. Так, у нас здесь заметка, друзья, но у нас опасность показывает. Из-за того, что опасность, мы не можем взять ее. Значит, нам надо решать этот вопрос. Вижу. Блин, да калаш брать. Так, а если пистолет взять со снайперской? Вот он, есть. Отлично. Нихера, у меня уже инвентарь переполнен. Все, уже не влезает. Столько добра, друзья, насобирались, что уже не лезет. Ха, домик прикольный. Так, по-моему, я тело вижу. Все. А, это тот же. Самозванец. Так, давайте-ка мы пока починимся немножко. Что у нас здесь? Состояние. Так, радиация. Так. Не, Саня, сегодня не поедем. Привет, в следующий раз посездим. Когда у вас там будет выходной, поедем. У тебя, у панды, соберемся. Напишите мне в Discord, когда вы будете свободны. И тогда я подберу время. Так, масса радиация. Так, освободилось как раз место, да? Так, успокоительное, сейчас выпьем сразу. И надо поправить здоровье нам. А, кстати, по здоровью. У нас-то ничего нету. У нас только успокоительное. Давайте-ка мы здесь и создадим здесь местность. Так, успокоительное, лечебную мазь. И от радиации.
Так, давайте помню шкалу. Все, шикарно. Почти полная, ну ладно. Где-то тут еще одна была лечебка. Сейчас мы ее посмотрим. По-моему, она у него была, да. Все. Отлично. Так, давайте дальше. Я не знаю, может быть, что, дробовик у нас 20 патронов. Домик интересно, да? Такой необычный немножко домик. Как заповедник, как будто какой-то. Опа, опа, опачки. Вижу, 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 вижу. Опасно. Опасное место, друзья. Очень опасно. Ах ты, блин, отпал, козел, где он? Я вообще думаю, наверное, на пекаль перейти здесь. Ах ты, ёб твою мать, сахар в рот! Собака. Так, кстати, мы же забыли, знаете что? Подождите. Иначе я же забуду. А, надо вернуться в дом. Только подождите, как где я тут в дом заходил. Эх, блин, а где я был в доме? Подождите. Карта. Эх, блин, потерял я теперь домишко. Вот это что ли, нора? По-моему, да. А нам же надо было там взять кое-что. В подвале. Ты куда собралась, Таня? Посмотри вокруг, Игорь. Тут так спокойно. Пусто, но спокойно. Ни души вокруг. Как раз по мне. Не очень-то люблю людей. Я знаю. Интересно, как ты переживешь нашу свадьбу с толпой гостей? С какой еще толпой? Не волнуйся, глупыш. Ты справишься. Все, давайте пойдемте дальше тогда. Лестница. Вау, тут еще и подвал есть, нихера себе. Привет, привет, Серега, привет. Опа, что-то есть. Химиката. Слушайте, подвал какой большой, нихер. А, тут какой-то подполье тут было, наверное. Весы какие-то, вон я смотрю. Ну-ка, сейчас посмотрим.
Нихера он какой большой. Это тайник какой-то. Да, тайник, друзья. И оружейка. Так, что мы можем сделать пистолету? Можно, в принципе, увеличить ему, наверное. Так, дальность. Дальность, да? Урон. Дальность или урон? В принципе, дальность у нас хорошая. Сделаем, наверное, урон ему, скорее всего. Пропадет стабильность. Так, дальность. А что у нас стоит? Вот так у нас стоит, да, по-моему? Да. Так, мы потеряем. Получается, дальность больше снижения, отдачи меньше. А, давайте, ладно, сделаем, короче. Урон, 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 урон. Давайте урон, ладно, больше сделаем. Так, что еще можно? Так. Дальность еще больше увеличивается. Урон, урон, урон. Уменьшается сильно. Нет, ладно. В принципе, я думаю, нормально. Будет по-стабильному. Все. Уходим отсюда, вас подвал этого. Блин, заблудился. Так, подождите, а как я? Вот сюда, наверное? Нет, подождите. Вот сюда мы заходили. Тут еще что-то. А, пистолет здесь. Подождите, вернулся обратно. Ё-моё. Сейчас будем еще выходить отсюда полдня. Слушайте, что-то я выход потерял. А, вот, по-моему. Охренеть, вот я зашел. А, вот он выход, все. Ура, свобода, друзья. Так, подождите, нам же идти туда в лес дальше, да? Походу, это пионерский лагерь. Да, качели здесь, домики. Ракета с советских времен. Смотрите оба, этот урод должен быть где-то поблизости. Да уж, смотрю. Не хочу опять получить нагоняя от Козлова. Знаю, знаю. Чёртовы самосёлы. Все они воры, бродяги и чокнутые. Почему чокнутые?
А какой нормальный человек захочет жить в этой радиоактивной пустоши? Мы их вежливо попросили свалить, а они сопротивляются. Ты прав. Я бы сам сюда не совался, но платят тут получше, чем в армии. Похоже, они ищут этого таинственного парня. Так, вижу двоих. А как он меня видит из-за спины, если они идут сзади, не пойму я. Как здесь по-старинному все. Так, 40 метров, подождите, чё 40 метров? Где-то прямо вот здесь. 20 метров. Опа. Книга под названием «Итоги науки и техники». Эй! Эй, не стреляй! Я безоружен! Руки подними, чтобы я видел. Я так понимаю, ты и есть предатель, которого все так активно ищут. Что? С чего ты взял? Я не предатель! Я даже в НАР никогда не работал! Не буду врать. Звучит не слишком убедительно. Эти уроды реально хотят тебя найти. По радиосвязи только о тебе и говорят. Ну ладно, ладно. Я торговал с некоторыми из них иногда. Но эти придурки, они не врубаются в то, как торговать надо. Хотели меня обобрать, ну и... И что? Ну, сначала они, потом я, и пошло-поехало. Ну, сам знаешь, как оно бывает. Короче, я у них позаимствовал пару ништячков, чтобы восстановить справедливость. Само собой, им не хотелось, чтобы начальство узнало об их торговле налево. Вот они и подняли вой про предателя. Любопытно. Ага. Ну и близко не так любопытно, как ты, мой друг. Ты в зоне недавно, так? Остановился у Михаила на складе. Интересно, что ты задумал. Откуда ты это узнал? Мне нужно идти. Они, наверное, за меня переживать начали. Кто это они? Прости, не могу сказать. А теперь в сторону. Я ухожу. А вот и нет. Мы без понятия, что это за парень, Игорь. Мы его отпустим, а он помчится прямо к НАР и обменяет наши жизни на их прощение или еще на что-то. Даже не думай вот так его отпускать. По крайней мере, хорошенько покопайся в его вещах. Прости, но я в твою историю не верю. Почему ты просто не скажешь мне, кто ты? И, кстати... Дай-ка мне быстренько взглянуть на твои вещи, раз уж мы здесь. Кто я? Это не твое собачье дело. Я ни хрена тебе не буду показывать. Ситуация сложилась непростая. Может, ты просто воришка, а может, ты шпион. Я не могу так просто тебя отпустить. Да. Похоже, мы зашли в тупик. Ну давай, что ты тянешь? Решай уже, урод! Так, в чем мне? Не думаю, что может быть опасен. Так, ну что, отпускать его? Вот как всегда, не понял, отпустите. Ну давайте отпустим. Да уж, так бездарно просрать время. Это надо было умудриться. Зашибись.
Ну и чё теперь? Давай. Даже не знаю, нормально это или нет, отпустить его. Может, наоборот, все-таки вот завалить его. Хряпнуть разочек ему, а? Так, ладно, тогда... Раз такая тема, идем дальше, значит, да? Давайте, полезли. Блин, вообще непонятно, где мы тут лазим, где мы находимся. Так, ну здесь еще много точек, где надо нам обойти. Очень много домиков. Вышли мы здесь. Прошли мы тут. Копач это, короче, как санаторий какой-то, так понял здесь. Здесь, конечно, хорошо днем ходить, потому что тут ни хера не видно. Блин, показался крест. Опа. Ты не понял. Что за опыты проводила КГБ? Иннар пытается продолжить его работу. Обнаружил эхо недавней червоточины. Она приведет меня к нему. Зачем ты вернулся? Бляха, муха. Собака. А я-то думал, чё у меня радиация попёрла. Где он?
это плохо для тебя кончится. Да иди отсюда. Зачем ты вернулся? Блин, где я, не пойму. Кто-то меня в угол загнал какой-то. А дверь закрыта. Это плохо для тебя, Коль. Я смотрю, у тебя полно сюрпризов. Ничего, это еще не конец. Че, подняться не могу? Кстати, по-моему, распогодилось. Да ладно. Во, и погодка нормально. Так, где следующая? Карта. Вот они, точки. Один. Найдите его, пока он не сбежал. Thank you.
Так, еще тайник один. Так, опять пистолет, да что ж такое, блин. Так, неужели здесь все? Опа! Эй, ты! Господи боже, как ты меня напугал! Не смей больше так делать, когда я работаю! А лучше вообще никогда так не делай! Что ты здесь делаешь? Ну, кое-кто продал мне комбинацию к этому сейфу, но... Но тебя одурачили. Так бывает, когда жадность застилает глаза. Что? Нет, жадность — это хорошо, она движет миром. А это, ну, будем считать, это издержки профессии. Но жаль, конечно. Большие деньги за эту комбинацию отдал. Может, отмычками удастся открыть? А ты знаешь, что там внутри? Ну, наверняка что-то очень ценное. Иначе зачем это прятать, а? И что же это был за кое-кто? Один очень важный человек с очень серьезными связями. Да? Например? Не могу сказать. Иначе придется тебя убить. Шутка! Уж надеюсь. Боже! Надо было монтировку захватить! Или динамитную шашку! Да, динамит тут бы точно не повредил. Похоже, ты в затруднительном положении. Что собираешься делать? Ну, открыть не получается. Но может у кого-то еще получится? Возможно. Но он выглядит довольно старым. Не исключено, что он весь проржавел. Может быть. Черт! Ну нахер этот хлам! Все, я сдаюсь. Что? Сдаешься? Ну, слесаря сюда вызвать не могу, верно? Ладно. Я и так достаточно времени убил на этот замок. Если хочешь, можешь тоже попытаться. Так, во как даже, да? А, так, ну, чтобы нам замок открыть. Блядь, что за херня? Иди отсюда. Все. Заклинило с концами. Обычные отмычки не помогут. Да, обычные отмычки не пройдут. Сейчас надо думать, что как открыть. Так. Один метр. Взорвать. Он же взорвать, по-моему, хотел, не? Ну и что теперь? Не, ну мне кажется, это бесполезно будет. Может, его завалить, а? А его нельзя тоже завалить. А ну-ка, может здесь что-то написано? А, нет. Перечень нарушения правил. Несение дежурства личным составом боевых расчетов. Ладно. Зайдем сюда в следующий раз, значит. Блин, что, в натуре, что ли, все? Хреново. Но попытка была хорошая. Так, где теперь выход, блин? Что-то не... А, вот он.
Так, канализация. Не понял. Да, ну да, нам точно уже нельзя идти. Тоже края крайние. Ну все получается, да? По-моему, уже. Хотя, слушай, туда еще можно пойти, ни хрена себе. Копачи, копачи. Так, трупы. Так, ну все, в принципе, наверное, давайте, наверное, свалим пока отсюда. Я думаю, наверное, уже можно, в принципе, выходить отсюда. Привет, привет, Раля. Опа! Я теперь предатель. Ни хрена себя, почему? Вот так вот. Короче, я теперь предатель, походу. Пацаны меня не верят. Так, нам бы уменьшить, ой, увеличить весь мешок бы по-хорошему. Ю, профессор, чё, как? Добрый день, Михаил. Слыхал про Кашпировского? А, было дело. Когда он стал известен, я уже жил в Великобритании. Меня тетя возила в Славудич на него посмотреть, когда я еще совсем мелким был. Это всего в 50 километров от Чернобыля. Он устраивал сеансы экстрасенсорного лечения для ликвидаторов. Экстрасенсорное лечение? Ну и бред. Вот почему ты такой, Игорь? Почему ты так узко мыслишь? Открой свой неподатливый разум. Хотя бы допусти вероятность существования чудес. Да просто не люблю такое. Я предпочитаю сухие факты. Все остальное — это фантазии или просто домыслы. А разве нет других взглядов на мир, альтернативных научных теорий? Нет. Если что-то нельзя доказать при помощи научного подхода, значит, это лишь субъективное мнение. Но, может, разные научные картины мира могут как-то сосуществовать? В конце концов, это все в нашей голове. Что, если Земля может быть одновременно шаром и лепешкой? Земля не шар. Это сплюснутый сфероид, мать твою. Видишь? Ты уже начал выдвигать альтернативные теории. Так держать. Это не альтернатива.
Я знал, что ты можешь смотреть на мир шире. Рад, что ты мой дружище и горище. Ладно, хватит болтать, у нас еще дел до хрена. Конечно, как скажешь. Так, а что может потренировать меня, а? Миша, ты всякое повидал. Можешь научить меня выживать в зоне? Говно вопрос. Это ты очень круто придумал, Игорь. Одобряю. Сборы приготовления травок и грибов, поиски еды, лечение огнестрельных ранений. Без своих навыков я бы в этой дыре долго не протянул. Так, а... у него есть вместительность, но... Так, эффективное собирательство, инстинкт самосохранения. Инстинкт самосохранения. 2 очка, да? А ну-ка, подождите. Прямо сейчас я... А где у нас вместительность? Так, выдержка, управление дельно. Так, в... Вот, в инвентарь добавлено 6 ячеек. 6 ячеек, 6 ячеек. Это мне надо с кем тренировку сделать? Пока неизвестно. Так, эффективное собирательство. Так, вы найдете применение чему угодно. Совершенство владения способностью добывать необходимые материалы. Теперь, собирая предметы, получите на 30% больше ресурсов. Тоже неплохо. Так, теперь при сборе растений и грибов у вас есть 10% шанс найти другую еду. Чего? Так, ну, в принципе, эффективное собирательство можно увеличить. Миш, так. Либо... Ну да, да, да. Хрена ли тебе? Так, потренироваться. Эффективное собирательство. Да, давайте потратим. Отлично. Тогда начнем. Думаешь, собирать припасы это так просто? А вот хрен там плавал. Тут понимание иметь надо. Например, растения с большими листьями часто растут рядом со своими родственниками поменьше. Или даже под ними. Так что все сливки снимают наблюдательные. Ну, готов применить уроки дяди Миши на практике? Сейчас мы с тобой сделаем лечебную мазь. Найди 2 гриба и 2 лечебных растения. Кстати, мое время стоит очень дорого. Поэтому я дам тебе на это всего 60 секунд. 3, 2... Хрен с ним, давай уже. Найди мне этих проклятых грибов и трав, профессор. Так, секунду. Немножко окно, тоже жарковато что-то становится. Так, что, давайте поищем. Так, время ж у нас идет, а? Игорь, осталось 40 секунд. Ёб твою мать, а где тут этот Катик? Я не вижу их нихера. Эх, давай, прибор, ищи. О, вижу. Ну, мне кажется, тут, в принципе, сильно не надо стараться. В любом случае, наверное, засчитает все это. Торопись. Да пока прибор зарядится, блин. Сколько? 10 секунд, наверное, осталось. Вообще ни хера не вижу. А, вот есть еще что-то. Да все, наверное, больше уже ничего не возьмем мы. Ну ладно, давай поглядим.
Неплохо, неплохо. Теперь давай сделаем мазь. Ладно, на этом пока и закончим. Я смотрю, ты делаешь успехи. Надеюсь, ты не облажаешься. Ладно, давай за дело. Блин, нам бы место бы увеличить. Вообще все хреново на самом деле. Так, это получается у нас успокоительная зеленая лечебка, да, у нас уже стоит. Давайте-ка мы ее куда-нибудь пихнем. Где у нас распределить, разделить, сортировать, удалить. Так, а как же нам эту мазь в сандах? Вот, быстрый доступ. Так, она уже есть в быстром доступе, подождите. Вот это надо. Выкинул случайно. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Стой, назад. Так, быстрый доступ нам сюда. Это получается у нас лечебка успокоительная, да? От радиации пока у нас нихера нету. Че, давайте на хату пока сделаем, чтобы у нас тут хата была хорошая. Такая нормальная. Че мы здесь можем? Мы тоже понаставили здесь, чего только нету у нас. Можно, в принципе, так, улучшение базы, да? Качество воздуха, спальное место у нас, источник питания, спальное место. Можно, в принципе, где-нибудь... Эх, блин, не в тему он здесь стал, а вот койку здесь поставим. Так, дальше, освещение. Агрегат для чистки сжатым воздухом. Тут тоже поставим. Но нам не хватает, друзья, света. Света вообще здесь нету ни хера. Поэтому надо нам поставить. Хорошее освещение. Так, все углы осветим здесь. Так. Так, ну здесь цвет у нас хороший. Так, что нам еще надо? Здесь, в принципе, можно расположить много чего. У нас тут местности, друзья. Просто завались. Нет, я эту игру пока не покупал, но я ее, скорее всего, куплю себе по скидке. Потому что она мне очень нравится. И даже когда ее пройду, я рано или поздно захочу в нее еще раз поиграть. Я обязательно еще ее сыграю. Так, можно здесь как раз в уголок сразу понаставить освещение. Так, дальше. Что у нас нету, друзья? Спальное место. Улучшение базы, да? Чернобыльские инструменты. А, тут у нас уже все есть, да, в этом плане. По-моему, подождите. Что-то не понял, что там было написано? У вас может быть только одна постройка этого типа. А, ну все, у меня все есть, да. У меня только нету, сейчас мы посмотрим, что еще нет у нас. Так, оружейное дело. Все построено, кроме вот этой штуки. Не знаю, что это, но мы поставим. Еще поставим вот эту штуку. Потому что денег у нас тут много, якобы уже. Так, дальше по постройке. Вот это что-то такое. Достигли нового уровня. Инструменты для резки металла. Ну, ни хрена себе. Так. Слушайте, ну мы вообще богатые. Мы можем все себе позволить. Так, дальше что еще? О, друзья, растения. Вот что я хотел. Обязательно сейчас мы растения здесь понаставим. Потому что они будут нам приносить...
как это его правильно сказать, ресурса. Так, освещение бы пихнуть бы куда-нибудь, вот. Блин, не нравится мне это освещение, какое-то вот оно, вот вроде вот это, которое дешевое, получше освещает. Это прямо направленное, а это вроде как оно везде освещает. Так, ну чё, вроде как, вот здесь вот света мало. Эх, блин, а поставить-то некуда больше. А, все, деталей нету, все понятно. Все, друзья, вроде потратились так неплохо. Так, ну что это у нас здесь? Это для арбалета, по-моему, у нас. А у нас также теперь есть броня. Можно создать броню, я так понял, да? Но у нас... у нас теперь закончились ингредиенты. Так, а что еще там по навыкам у нас? Зелень. Трава. И что такое? Игрушку можно положить. А, бочка. Обычно бочка, на ней можно посидеть, передохнуть и набраться сил. Не, не нужна нам бочка. Большой цветок. Цветок, который, судя по всему, слегка мутировал под влиянием радиации. Ага, прикольно. Прикольно, ставим. Почему бы и нет? Где-нибудь вот здесь поставим. Чтобы красиво было. И вот сюда можно поставить цветок. Кстати, зря свет закрывает. Нет, не вариант. Надо его поднять и убрать отсюда. Куда-нибудь, к примеру. Пусть будет сзади. Так, ну все, друзья, как бы четко все. Единственное, только что хотелось бы арбалет бы сделать. Как раз, может быть, и влезет. Можем купить. Если нам хватит ресурса. Где у нас... Вообще, правильно бы распределить не так. Мастерская, надо было бы отдельно все ставить. Где апгрейд пистолета, все в одну кучу, чтобы не бегать. Твою ж мать, механические детали теперь не хватает. Механических деталей, да? Не хватает, чтобы сделать арбалет. Арбалетик. Ну ладно, короче, будем собирать тогда. Вот. А патроны у нас для револьвера. Все понятно. Все, давайте да поспим тогда. Че там? Давайте спать. Поменялась у вас картинка? Вот не по-моему, по-моему, они уже повторяются, если не ошибаюсь. Вот мне кажется, по-моему, это уже было. Да, что-то вот... Походу уже на повторе они. Ладно, двигаемся. Ну, я скачал на сайте, где я всегда качаю. Принято, носорог один. Действуйте согласно приказу. Все чисто, прием. Вас понял, синяя птица. Направляемся к цели. Конец связи. Пытаешься сойти за своего? Опасную игру ты затеял, Оливер. Я знаю, что делаю. Давно выучил их позывные протоколы. Своего врага нужно знать. Так. Хитро.
Надо использовать любую возможность обыграть НАР. Согласен. Я не умею взламывать шифры, зато умею взламывать людей. А с алгоритмом шифрования НАР отлично справляется и эта радиостанция. Я узнал кое-что, что может тебя заинтересовать, Игорь. НАР отправляет команду за архивами КГБ. Может, это как-то поможет тебе в поисках? Маловероятно. Но там наверняка что-то важное, раз уж они посылают целую команду. Мысли мои читаешь. К тому же под санаторием Изумруд, кажется, есть какой-то советский комплекс. Я знаю, где это. Там был летний пионерский лагерь. Дети там отдыхали и играли на свежем воздухе. А КГБ тем временем играло в свои игры прямо под ними, под землей. Я проверю. Нельзя упустить шанс узнать что-нибудь о Татьяне. Только без фокусов там, ладно? Удачи тебе, Игорь. Так, что у нас тут? Мишка косолапый. По лесу идет. Так, у нас еще Око Москвы есть пройдено. Так, в этой части зоны не происходит важных событий, но вы все равно можете искать тут ресурсы и еду. Так, порт Припяти, Копачи, старые документы. Ага. Так, давайте в Копачи пошлите. Продолжим дальше по локации бродить. Я помню этот пионерский лагерь. Кто бы мог подумать, что там же были советские бункеры. Оливер очень хочет с тобой подружиться. Но насколько искренне? Он все-таки наемник. На пользу ли тебе его верность? Ну да, в принципе, я бы понятно, что это лагерек. Какой-нибудь Снежка. Блин, ну у нас сегодня погодка такая. Не очень светло. В темноте приходится ходить, нора. Блин, не хотелось по этому туману ходить. Но надеюсь, погода изменится. Эх, радиация колбасит. Это кто там? Кто там кричит? Где он? Да где ты ж, твою ж мать? У него глючит, что ли, его? Что-то непонятно. А твою ж мать, где ты?
А, здесь подвал, слушайте. Как я так сразу не заметил. А, все понятно. Здесь... Твою ж мать, надо было это противогаз взять. У нас его нет, походу, да? Ладно, братка, пока извини. Пока мы, наверное, пойдем. Блин, как же ему помочь? Где мой противогаз теперь? Так, давайте-ка я, наверное, все-таки вернусь. Надо сделать гребаный противогаз. Я что-то это... Все, забываю его. Пока я его сразу не сделаю. Если сейчас я опять это проигнорирую, я опять забуду это сделать. Надо сразу это. Потому что второй раз уже противогаз нужен, а я без него. Как раз мы, наверное, поспим. Миссия провалена. Да хер с ним с этой миссией. Не понял, психика. Да вы что, охренели? Так, только единственное, где у нас противогаз делается? Подождите. Честно, я не помню. Противогаз. Мастерская для улучшения. Отмычки у нас сколько? Ноль. Хреново. Слушайте, подождите, а противогаз вообще мы можем сделать или нет? Это что такое? О, трава появилась. Так, камуф... примитивная броня. Не понял я юмора. Тактическая броня. Керамическая пластина. Так, для применения необходима керамическая пластина. Инвентарь забит. Так, для применения необходимо... Так, а продвинутый генератор силового поля представляет отличную защиту. Расщепляя все снаряды, все... А, на подлете. Не понял, что это такое. Ну-ка. А, инвентарь занят. Да ёпрста. Слушайте, а где нам брать противогаз тогда? Чё-то я не понял, я юмора. Так, можно, в принципе, сюда патроны, кстати, поскидывать. У нас их очень много, кстати, стало. Прям очень-очень много. Так. Что у нас еще много здесь? Пластины. Пластины. Я думаю, все. Что-то как-то я забыл про шкаф этот. Слушайте, где же нам найти гребаный противогаз-то? Такое ощущение, что его сделать, наверное, нельзя. Так, арбалет я могу теперь сделать или нет? Да, не хватает перемеханических деталей. Все есть, кроме этой детали. Так, что теперь делать? Где противогаз? Ладно, короче, что мы делаем? Хер с ним, друзья. Идем тогда в Копачи. И привет, Дэвил. Идем в Копачи. И мы пока забьем на этого мужика. Но мы его обязательно спасем. Так, телефон на зарядку, телефон у меня садится. Все. Все, друзья, блин, он уже второй раз противогаз нам нужен. Я его, помню, кинул где-то в первой локации, по-моему. Алло, профессор Хименюк. Игорь, вы там?
если вы меня слышите, ответьте, пожалуйста. Прием. Да. Кто это? Меня зовут Ольга. Я живу в поселке в Рыжем лесу. Наслышана о вас. Думаю, мы можем помочь друг другу. Слишком часто я это слышу в последнее время. Нельзя ли поконкретнее? Учитывая обстоятельства, ваша подозрительность понятна. Но у нас общая цель – выгнать Нар из зоны. Ну, я приехал сюда не для того, чтобы вести партизанскую войну против корпорации наемников. Да, я знаю. Вы кого-то ищете, как и я. Пожалуйста, приходите в наш поселок в Рыжем лесу, нам нужно поговорить. И будьте очень осторожны, ладно? Чудовища, как правило, они приходят ночью, но не всегда. Так, а... Там есть поселок? Значит, вы одна из самоселов? Людей, которые вернулись в свои дома после аварии? Многие старики никогда и не уезжали. Знаю, в это трудно поверить. Но есть и новые люди, вроде меня. Мы приехали в зону по разным причинам, но сейчас у нас одна общая цель – избавиться от Нар. Понятно. Потрясающе. Пожалуйста, приходите в поселок. Я не о себе беспокоюсь. Вы сделаете доброе дело. Если буду поблизости, обязательно загляну. Так, ну вот у нас приглашают в Рыжий лес обратно. Ну ладно, мы пойдем к Апаче. Пока мы там не завершили свое дело. Я помню этот пионерский лагерь. Кто бы мог подумать, что там же были советские бункеры. Оливер очень хочет с тобой подружиться. Но насколько искренне? Он все-таки наемник. На пользу ли тебе его верность? А, прикольные советские коридоры. Не, локация прикольная такая, она возвращает тебя в нулевые. Немножко. Апачи, день 20, друзья. Двигаемся. Саня, привет. Так, все, дядьку спасать пока не будем. Потому что... А, может быть, он уже все крякнул там. Иди сюда. Иди сюда. Детки, школьный пионерский лагерь. Ух. Как здесь весело. Так, майора Кузнецова, как мы договаривались, все важные документы, служебные записки, отчеты планируется немедленно переместить в охраняемую зону бункера 007 в лагере Изумруд. Остальные архивы сжечь без промедления. Агент Л. Воронина. Ну, как-то так.
Ай! Что тут? Долбит нам. Счетчик Гегера. О, друзья, посмотрите, шах... А, шашки. А, это шахматы. Передвинуть. Чего? А что тут все черные? Попробуем так. Я был уверен, что это лучшая стратегия. Чего? Бережливых? Что? Превнования бережливых? Экран соревнования. Не, ну уютненько здесь было бы. Особенно бы днем бы. Так, подождите, а мы здесь были уже, да? Мы же здесь спускались, точно. Я помню чудное мгновение. Передо мной явилась ты. Зачем ехать, друзья, в Чернобыль, да? О, скачивайте Чернобыль и ходите по локациям. Блин, чуть не затекли меня. А где он? Второй. Дядька, ты где? Блин, никого не вижу. Где они все вообще? Так, что-то их многовато, честно, здесь. Ах, иди сюда, давай! Слушайте, а у них броня-то вообще мощная, смотрю. Ах ты, ёб твою мать, держись, братка! Да быстрее иди, быстрее пошёл, бляха-муха! Вот ты так медленно ходишь! Так, берем снайперского. Да ладно, как он попал у меня, не понял я. А, вот он, вижу. Сейчас попробую издалека их поснимать. Бляха-муха, гребаная. Ну как это так, а? Я прямо в башку ему целился. Блять. Так, давайте-ка мы быстренько лечебку. А можно было пойти по другому пути? Просто спокойненько, тихо и все. Так, ну так же неинтересно, правильно? А, что нам надо? От радиации создать мазь теперь. Так, три упаковки сделаем. Ну и хватит, думаю. Так, давайте починим себя. Где у нас? Мастер радиации.
Так, и нам еще надо что? Успокоительного также выпить. Так, просканировать нужно обязательно. Чтоб все добро пособирать нам. Патроны. Что у нас тут еще? Так, какой-то шкаф. Не, ну успокоительно в наше время сейчас это основное, основной энергетический напиток. Сейчас люди стали нервные все, раздражительные, поэтому без этого никуда. Тут надо этот, как это, отмычка. Все, друзья, без отмычки мы туда не зайдем. Так, каруселька у нас тут есть. Я не вижу, где наши трупы, друзья. Мы столько трупов здесь понаделали. Обнаружил только два почему-то я. Вот он, еще один. Где-то же еще. Не, ну пивасик это вообще хорошая тема. Оно еще и промывает камни. Правда, если хочешь, чтобы пиво было полезно в плане почек, надо, правда, пить его теплым, а не холодным. Ах, рентген долбит. Что здесь про радиация? О, друзья, плохо все. Уходим отсюда. Вот вы говорите, пиво вредно. Да, мне вот доктор посоветовал. Там врач. Когда у меня камни были. Они у меня сейчас, в принципе, есть, но просто очень такие большие. Вот он мне говорил, садись в теплую ванну и пей пиво теплое, прямо в ванне. А почему в ванне теплое? Знаете почему? Нужно пить в ванне теплое пиво, чтобы камни, да, пошли. Знаете почему? Именно в ванне в теплой. А я вам скажу. Потому что когда ты в теплой ванне сидишь, у тебя сосуды расширяются. Если у тебя камни есть, то они хорошо проходят по каналам. А пиво теплое, а это мощное как давление от камней. Чтобы оно так быстренько, камушки у тебя по телу прошли и вышли через одно святое место. Как песня «Пей пиво во дворе, пей пиво весной». Или как там, типа так что-то поется. Пиво пить не вредно, как раз таки, а полезно. А вот если хотите, чтобы пиво было вредно, то пейте вот за каждый день. Все надо знать меру. Если пить по чуть-чуть, то оно наоборот на пользу. А если пить как каждый день по 10 литров, то, конечно, какое оно будет полезное. Так, что-то я нашел. Ящик. Контейнер и... 9 метров, друзья, до точки. Значит, где-то что-то вот здесь. Нам в бункер, друзья, опять идти. Но мочегонка хорошая, но вот когда я пил в компании с друзьями пивас, то они по 100 раз ходили встать. Я вообще не ходил ни хера. Вот если они уже раз 10 сходили, то я ни разу. Вот. Сразу видно, у кого почки нормально, а у кого почки хреновые. Вот пьешь с ними, пьешь, они уже раз 5 уже сходили. А ты сидишь и думаешь, блин, ну сколько уже можно, когда уже моя очередь наступит. Ведь уже пора, наверное. Так, а что нам делать? Подождите, вы знаете, оружие, вот пекарь бы, наверное, надо, не знаю, снять прицел, может быть, с него.
Что-то издалека бомбить тоже такое себе, знаете. Наверное, сниму прицел этот хороший. И поставлю что-то вроде... Так, открытый инфракрасный. Такой поставим. А, подождите, опять сейф, подождите. Опять сейф, слушайте. Я пришел же там, тому же сейфу. Долго же ты шел к своей смерти, наровский крещеныш? Или кто ты там? Я человек верующий. Убийство мне не в удовольствие. Даже если я давлю мерзких грызунов вроде тебя. Но иногда высшая цель требует жизни. Эх, блин! Не знаю, это крысиный король подговорил тебя, или ты? Не, ну опять подстава, друзья. У меня все, надо, короче, искать противогаз. Так, а что мне делать? Где? Что мне теперь делать? Ну как мне спасти теперь? Чуть не по... Не понял я юмора. А, стоп, подождите. Чё я? Во, блин, что-то как-то я это... Можешь спасти, все просто. Как это мы забыли? Самое главное, телепортацию. А я уже думал, все, что мне делать? Умирать, что ли, теперь надо? Типа, выхода нет. Блин, мы ж можем телепортацию просто сделать. Так, миссия провальная, старые документы. Друзья, короче... Не дошли мы все-таки. Надо нам искать, наверное, скорее всего, противогаз. Не знаю. Что-то я не пойму. Так, во время миссии союзник был серьезно ранен. Сказывается на его здоровье. Так, остальные... Так, остальные могут злиться от того, что один из членов команды провалил миссию. И получил двойной паек. Так, всем по пайку, наверное. Блин, мне тоже паёк нужен, нормальный такой. Что-то в последнее время у нас одни провалы. Надо что-то делать с этим. Привет, чатик, привет. Так, давайте, ладно, паёк сейчас сделаем мы. Лекарство. Что-то тут как-то у нас не по плану начало идти. А все из-за того, что вот мы раз как-то вот... Померли не в тему. И вот у нас сбилось, весь процесс сбился. Все было четко прямо. Значит, где у нас мази делаются? Я уже нихера не помню. Мазепы. Вот они. Так, нам надо теперь зеленка. Одна единственная, кстати, почему-то у нас. Успокоительная. Так. Давайте мы это уберем, проблемы наши, болезни. Сейчас мы пособираем траву здесь. Ага, пока нет травы, да? Так, что у нас проблема еще с чем? В принципе, радиацию уберем до конца, давайте. Так, ну пока, наверное, все. Так, идем спать тогда. Что-то у нас последнее время не очень пошло все. Все, надо искать, короче, друзья, противогаз. Вспоминать, где мы его кинули. А где вот кинули?
Так, а что это вот это использовать? VR погружение. Копачи, копачи. Так, надо теперь собраться с мыслями. Что нам дальше делать? Патроны, патроны. Что с патронами у нас? В принципе, есть. А, вот этих вообще у нас мало. Ладно, Кристи, насобираем. У нас санов пистолет. Так, давайте пока пойдем, знаете, куда? Убежище. Вот око Москвы не можем так закрыть. Рыжий лес. Рыжий лес около Москвы. Так, давайте-ка на Равока Москвы пойдем. Хрен с ним. Пока давайте по порядку, раз еще доткочим. Может там у нас... Столько лет в зоне, и все, чем таракан может похвастаться, это два комплекта офицерской формы? Будь осторожен, Игорь. Не угоди впасть крысам. Блин, после стрима я не смогу, я буду занят. Завтра только если. Ой, да еще в те... Ой, ё-моё, да что ж такое? Еще и 5 у нас вечер или утро. Что это у нас тут? Опять по потемкам этим ходить. Я вот не помню, о чем мы не закрыли здесь задание. Что нам не хватило? Там тоже, наверное, противогаза, кстати. Почему мы не закрыли задание? Так, вон эти зеленые твари ходят. Не знаю, можно их сзади убить или нет. Сейчас попробую, я не помню, включился у нас режим этот. А, нельзя их убивать, короче, нихера. Так, нам нужно обязательно найти противогаз. У нас даже их было два, друзья. Два противогаза. Ох ты, мечты, затекли меня. А, братка, держись. Чуть меня не спалили. Ай. Да ладно! Ёб твою мать, какая! Не вижу ни хера, уберите эту табличку грёбаную! Эта табличка вообще чуть мне... Из-за нее я чуть не попал. Эх, радиатор долбит. Эй, хер с ним. Мази все равно у нас есть, правильно? Так, ну нам бы пройтись, наверное, отсюда бы тоже, потому что я не помню, где-то я скинул в каком-то здании. Противогазы эти. А где так тварь вот эта вот была только что здесь? Вот куда я их скинул? Сейчас хрен же найти как бы реально, но иди сюда.
Не понял, почему нельзя противогаз делать? Или я что-то не уследил где-то что-то? Так, а по-моему, здесь можно было зайти, не? Ой, как темно здесь. Батарею заряжать. Так. Где вот я иду? Ну-ка, покажите мне. Ага. Тут у нас бродяга есть. Слушайте, а что это мы его пропустили? Пропустили там у мужика. Мужик, ты где? Короче, где-то он здесь сидит. Вот она и дверь. Кто? Это ты. Так вот, где ты свои товары берешь. Тоже мне, Гордон Гекко недоделанный. Да подожди, ты все не так понял. Мне-то сказки не рассказывай. Я слышал выстрел. Я не убийца! Ты должен мне поверить! Он уже был не жилец. Я просто избавил его от страданий. Это был акт милосердия. Мог бы хоть попытаться ему помочь. Интересно, что сказали бы на это твои покупатели? Или ты бы их тоже пристрелил? Что? Нет! Конечно, нет! Я... Слушай, здесь не выбирают средств и не играют в благородство, поверь мне. Иначе просто не выжить. Давай ты сделаешь вид, что... просто меня не заметил. А я в следующий раз устрою тебе царский подгон. Идет? Так, ну давайте. Думаю, не мне тебя судить. Мы все лишь боремся за жизнь. Значит, договорились. Так, обмен пайки на снаряжение. Ладно, Атлант, расправивший плечи. Покажи, что у тебя... Так, получить два фильтра. Паёк. Нет, думаю, он... я пока. Он тоже не дает мне маску. Удачи в твоей империи, Атлант. Ха, спасибо. Вот. Но удача мне ни к чему. Короче, фильтр есть, а вот маски у него нет. Противогаза этого. Так, радиацию берем сразу пока. Мастер радиация. Блин, где же я кинул те противогазы? Блин, там, по-моему, нам не надо было тоже противогаз для этого задания, куда мы сейчас идем. По-моему, там тоже что-то такое вот. Что-то вот такое вот. Противогазом, наверное, связано было, не? Да сдохни ты уже, блин. Засланец. Грибы такие солидные стали. Грибочки. Люблю жареные грибы с картошечкой. Уже давно не ел тоже. Грибочку жареных. Опасно, правда, есть грибочки. Могут и просроченных тебя подкинуть, когда идешь покупать куда-нибудь. Опять музыка долбится где-то. Наше место постоянное.
Всегда хочется возвращаться снова и снова сюда. Ты тут потерял чё, а? Знаешь парня по имени Таракан? Тут есть одна его вещица. Тебе что-то от братвы нужно, а? Так, ладно. Я подумаю. У него тот же самый диалог, что и тогда был. Так, зайди ко мне, Евгений. Хорошо. А, подождите, что-то не понял я. Знаешь, парня по имени... Тебе... Я тебе не товарищ. Но может мы и договоримся? Что берешь на обмен? А что есть? Беру еду, припасы, лекарства. Так, а ну-ка, аптечка, лекарства. Аптечка, ну-ка, если лекарство. Давайте аптечку мы дадим. Не, аптечку не дам. Просто отдай его мне, и все на этом. Раз, два, три, четыре, пять. Охотник вышел погулять. Вдруг зайчишка выбегает и в охотника стреляет. Пиф-паф, ой-ой-ой. Вот умрет охотник мой. Он пополз тогда домой и сказал... Так, ну, это раз ключевые слова, когда будем проходить опять эту проблему. Все, я вспомнил. Надо просто запомнить, что он говорил. Блин, а здесь противогаза случайно нет у нас? Где-то ж здесь кидали мы. Где-то ж, зараза, он лежит. Так, там еще наверху сейчас соберем. Ох, сколько добра тут сразу появилось. Так, ну что, попробуем. Крахи всех других вокруг. А теперь закончи мой стишок или умри. Муха. Раз, два, три, четыре, пять. Охотник вышел погулять. Охотник вышел погулять. Верно. Можешь ничего не бояться. Пока что. Так. Поднимемся, увидишь ты тот час коллекцию диковинок, что я собрал для вас. А вот тебе и вторая часть загадки, настырная муха. Вдруг зайчишка выбегает. Блин, вдруг охотник выбегает. Блин, как он, зайчишка. Да твою мать! Ты чё мне дал подумать, блин, а? Собака. А тут ещё, оказывается, на время-то. О нет! Сказала муха, я с вами не пойду. Поднявшись этой лесенкой, я попаду в беду. Слушай стишок дальше. Пиф, паф, ой, ой, ой. Вот охотник. Вот умрет охотник мой. Ну ты даешь, настырная муха. Ты зашел дальше, чем я рассчитывал. Но конец уже близко. Да я понял, Данил, я понял. Просто надо было помнить стишок, а я как бы... Уверен, вы устали?
Я забил просто и все. Вам предлагаю, муха, прилечь и отдохнуть. А теперь... Не, просто до этого не было, по-моему, вот этого вот. Он тогда пополз домой? И сказал, что смерть покой. И сказал, что смерть покой. Проверить не могу, что у тебя получилось, муха. Ну что ж, добро пожаловать. Ура! Четко. Все, наконец-то мы прошли. Наконец-то. Так, а что мне надо было сделать? Подождите, не... Офицерские шевроны. Думаю, они мне подойдут. Обыщи это место перед уходом. Вдруг найдешь комп этого старого пердуна. Может, там найдется что-то полезное, кроме его коллекции древней порнухи. Ладно, поищу какие-нибудь данные. Так, ну я помню, тут надо, короче, данные стереть. Думаю, мы попали в десятку, Сашко. Похоже, тут куча инфы про Чернобылит. Проблема только в компьютере. Ржавая развалина. Выгрузка займет у меня часы. Я не спец, но звучит очень стрёмно. Давай сожжем все к чертям и уберемся отсюда поскорее. Да, короче, мы не будем выгружать, мы будем уничтожать. Потому что, когда мы выгрузили, нас убили. Прости, таракан. Я должен все уничтожить. Ладно, погнали. Блин, надеюсь, это правильное решение теперь. Наконец-то. Ура, друзья, получилось. Так, вещи из старого убежища. Все, огонь. Так, единственное, у нас есть косяк. Нам нужны были отмычки, чтобы открыть гребаный подвал. Теперь у нас... Да, отмычек нет, и надо делать отмычки. Все понятно. Ну, это уже хорошо, друзья. Наконец-то мы разгадали эту разгадку. Она, в принципе, была несложна. Просто не пойму, почему изначально, когда мы приходили, этих разгадок здесь не было. Из-за того, что мы, типа, погибли, да, мы вернулись назад в прошлое, да, как бы изменили события, но при этом нам теперь усложнили процесс этого задания. Я так понял. Но если это так, то это вообще шикарная игра. Это просто она непредсказуемая игрушка. То есть здесь нету линейности. Тут все зависит, знаете, как будто мир живой. И как бы здесь зависит от твоего правильного решения. Поэтому эта игра, как можно сказать, как и метро, и как и сталкер, и как Fallout. Тут все, знаете, 5 в одном собрано. Это просто невероятно что-то. Оптимизация, кстати, друзья, я в жизни такой оптимизации не видел еще. Она просто идеальная. Я такой плавный и четкой картинки не видел уже, наверное, со времен, наверное, моего рождения. Это при том, что графика здесь очень шикарная. Так, все, короче, можно тут навалить, я думаю. Да, все, задание мы выполнили, можно туда сваливать, я думаю. Сейчас мы только просканируем. Блин, ну расстрелять тоже круто, да. Это чисто по-американски расстрелять. Ну, знаешь, расстрелять, это, кстати, если говорить о точности, то не всегда это эффективно, потому что можно диск всегда вытащить и восстановить его. А когда ты стираешь данные, то, в принципе, ты уже все, навсегда. Поэтому, в принципе, правильно сделано. Лучше уничтожить, чем расстрелять. Если так логически подумать, если в жизни было бы так, то... Я бы, наверное, не знаю, что сделал бы. Наверное, бы истер бы данные и расстрелял бы еще сверху. А потом еще облил бы бензином бы. И сжег потом. Так, наконец-то у нас продвигается дело. Мы наконец-то забрали эти гребаные вещи. Миссия выполнена. Ура, вещи старого убежища.
Так, ну нам еще, друзья, нужно дойти в Рыжий лес. Там у нас ждет Ольга. Вот, я так понял, Ольга. Так, сухой паек, жрачка. Радиационная безопасность на вашей базе оставляет желать лучшего. Слегка воздействует на психическое и физическое здоровье союзников. Так, нам надо, короче, с радиацией что-то решить, да, я так понял. Так, давайте каждому... А, хлебушка всем не хватит, друзья, извините. Так, мы можем сделать арбалет, кстати. Давайте-ка мы арбалет сделаем, потому что штука классная. Можно будет бесшумно убивать всех. Так, где у нас мастерская? О, друзья, мы можем также сделать арбалет и Макаров еще. Два пистолета. Я думаю, наверное, можно убрать... Нет, кстати, револьвер, он очень сильный, я вам скажу. Хотя и Макаров, в принципе, неплохо стреляет, я смотрю. Урон нормальный, в принципе. Давайте арбалет сначала. И давайте Макаров сделаем, а? Почему бы нет? Все, у нас все пушки есть. Друзья, пушки у нас прямо теперь полная комплектация. А, давайте теперь прокачаем мы. Так, Акашка. Давайте прокачаем мы. Что это у нас здесь? А, кстати, друзья, отмычки. Стоп. Стоп, стоп. Отмычки самое главное. Хер с этими пистолетами, но отмычки нам главнее. Потому что без них нам надо открывать все вот эти вот. Так, а где у нас отмычки? Что-то я вот не понял я. Вроде же... А, вот они, да. Так, сейчас мы сразу сделаем пару штук. Четыре штуки прямо, чтобы мы потом... Так, жесткий диск ударил, и все, а данные пирают и файл восстанавливают, хоть они и ломаны. Да, не восстанавливают никак файл, восстанавливают там просто минимально. Ну как ты можешь установить данные, когда ты, допустим, удалил 1 терабайт? Они уже никак не восстановятся, в принципе. Они стираются в любом случае уже, я не знаю, кто там восстанавливает, ни разу не видел. Что кто-то восстанавливал данные, допустим, если ты уничтожаешь там 500 гигабайтов, допустим, файлов. Не знаю, ни разу такого не слышал, не видел. Точнее, слышал, что восстанавливает, но чтоб на практике ни разу это не видел. Чтоб такое количество данных могли бы восстановить после удаления, не знаю. Мне кажется, это все байки. Так, что у нас, давайте. По арбалету. Кстати, вот на арбалет нам нужен, походу, оптический прицел для арбалета. Оптический прицел поставим. Дальше. Дальше у нас будет... Так, приклад. Приклад. Обязательно урон. Урон, урон. Так, урон большой, дальность. Урон и дальность, да? Здесь стабильность, дальность. Так, давайте вот так вот урон. Дальше дульность. Ой-ой-ой-ой, дальность еще дальнобойность. Урон еще больше. Вот, кстати, идеально будет урон и дальность. Идеально. Так. Что мы еще можем? Стабильность. Ой, друзья. Стабильность или урон? Что мы выбираем? Конечно же урон, чтобы сразу с одного выстрела. Чик и все. Все, у нас тут мега арбалет. Ну-ка, хоть дайте хоть посмотреть на него. Как, ух ты, вот это пушка, друзья, да? Я вам, кстати, скажу, что оружие чем-то даже похоже, как в метро Exodus. И графика, кстати, оттуда практически такая же. Не, ну арбалет, конечно, шикарен. Так, ну нам же еще надо пистолет-то улучшить. Макаров, давайте сразу. Давайте мы пойдем с прицела. Прицел какой нам поставить? Стабильность. Стабильность. Закрытый, открытый. Давайте, наверное... Закрытый. Дальше.
Не понял я. Так, а система газоотвода. Ставим. Дальше стандартный ствол с глушителем. Длинный ствол разгоняет пули, повышая дальность оружия. Либо чернобылитный аннигилятор. Устройство заряжает пулю энергией, создавая небольшой, но мощный плазменный снаряд. Ух, ни хера себе. Вот это, короче, что-то интересное. Давайте попробуем. Интересно, интересно. Так, ну, снижение отдачи. Блин, ну здесь я, наверное, ничего не буду менять. Магазин. Магазин тоже. Если мы сейчас поставим больше... Да, нет, больше надо ставить все равно. Хотя бы немного. Увеличить надо. Все, друзья. Так, ну, просто вообще класс. Все обалденно. Можно, в принципе, знаете что? Убрать револьвер. Я думаю, наверное, в хранилище кинуть пока. Да. И патроны у нас все хорошо, я думаю. Все, давайте тогда поспим теперь. Еще на одно задание сходим на в Рыжий лес. Так, арбалет вообще по-хорошему бы пихнуть бы куда-нибудь. К примеру, вот сюда. Все, погнали. Ну-ка, прицел. Прицел просто шикарен. Давайте, в Рыжий лес, погнали. Это Ольга. Похоже, она там всем заправляет. Железная женщина. А все эти самоселы... Говорят, вместе можно и море осушить. А можно ли вместе отыскать давно утраченную любовь? День 22, рыжий день. Хе-хе-хе. Рыжий день. Ах ты, ёб твою мать, Сахай, ты посмотри, кто это? Ах ты, тварина. Видали сходу как, а? Кто там сзади? Не понял. Эй, у меня стрел-то нету. Ёб твою мать, Цехай. Я же стрелу не сделал. Ах ты, блядь. Ну как это так, а? Ну как это так? Стрелы-то мы не сделали. Сейчас будем тогда, не знаю, надеюсь, создать можно их тут как-то. Так, нам что, лечебная мазь нужна?
Блин, столько пистолетов, столько всего, а вот то, что взяли, как раз у нас и нету на него патронов. Кстати, подождите, примитивная броня. Во! Наконец-то бронь теперь у нас появилась, кстати, это очень хорошо. Есть от этого теперь плюс. Лечебная мазь. Так, подождите, а как нам вылечить теперь бронь? Пластина, подождите, пластина. Она как-то... Ладно. У нас успокоительная. Лечебная, лечебная. Так, радиацию нужно брать по-хорошему. Так, подождите, как же нам теперь... Нам же надо стрелы теперь сделать, да? Ловушки. Костер, базовая полевая мастерская. Позволяет изготовить патроны для... Нет. Фильтры, металлические пластины, создание... Так, оружейная полевая мастерская. Позволяет изменить созданные ранее модификации. Нет. Фильтры, патроны для дробовика, винтовки к Макарову. А, самое интересное, что стрелы-то мы не можем сделать. Можем все сделать, кроме, походу, поглощающая ловушка. Ладно, Керсин, зато у нас есть офигенный Макаров. Принцип, пока арбалет мы оставим. У нас есть хороший Макаров, поэтому... Друзья, не пропадем здесь. А также у нас появилась теперь броня. Это вообще шик. Так, Макаров тогда мы пока ставим вместо арбалета. В быстрый доступ. Блин, я что-то там упустил, траву или грибы собрать. Кстати, очень много здесь их. Ага, теперь не открывается. А, ну все, походу. Так, а где у нас здесь было только что? А, вот вижу. Пошло добро. Так, все собираем, ничего не упускаем, друзья. Все надо, все пригодится. Так, что у нас? 80-70 метров. Деревушка. Ты следующий. Ой, да ладно тебе. Глюки. Глюк споймал наш персонаж. Так, подождите. 200 метров. 80 метров. Здесь я, по-моему, не был. Слушайте. Забор какой-то странный.
А где двери? Опа. Я тебя не знаю, что надо. Я Игорь. Ольга просила прийти. Ольга! К тебе какой-то чутило! Игорем звать! Ты его знаешь? Или всадить ему пулю между глаз? Все нормально! Открой ему, Марко! О! Охранник. Привет. Слышал, ты из той компашки, с которой даже Нарс сыт связываться. И скольких ты уже завалил? Я даже не знаю. Как-то не задумывался. Уже счет потерял, да? Молодцом. Продолжай в том же духе, и мы их одолеем. Вот увидишь. Что написано? Предъявите паспорт в руки контролера в развернутом виде. Вау, тут деревушка какая, ты посмотри, а? Ну ни хрена себе. Ольга и телохранитель. Профессор Хименюк, полагаю. Рада познакомиться лично. Нам предстоит большая работа. Я пришел. О чем ты хотела поговорить? Несколько дней назад кто-то украл наши припасы. Мой муж, Костя, пошел по следу воров. Теперь и он пропал. А потом к нам заявились какие-то наровские шестерки. Сказали, у них есть пленник, которого они хотят обменять на что-нибудь ценное. И ты думаешь, это твой Костя? По описанию похоже. Я бы что угодно отдала, не раздумывая, но, как видишь, у нас нет ничего ценного. Этот поселок, которым ты управляешь, потрясающее место. Никогда бы не подумал, что... Что посреди зоны живут обычные люди? Ты прав. Мы не обычные люди. Мы охотники. Знаем эти леса, как свои пять пальцев. А что насчет тебя? Ты слишком молода, чтобы... Помнить Чернобыльскую аварию? Ну да. Я приехала с мамой из Минска после того, как умер папа. Я тогда была подростком. Мама была доктором. Она хотела помочь жертвам радиации в зоне. Здесь она встретила Матвея, и... Они друг другу понравились. Потом появились бойцы НАР и здорово нас прижали. Фашисты проклятые. Мама исчезла. Это было много лет назад. С тех пор обо мне заботился Матвей. Он меня всему научил. В Минске я была просто девочкой Эмма. Здесь я королева леса. Костя приехал 2 года назад с врачами без границ. Он остался из-за меня, но... Ну, остальное тебя уже не касается. Ну что ж, вижу, ты по-настоящему заботишься о своих людях. Это мне нравится. Я постараюсь тебе помочь. Обещаю, ты не пожалеешь. Друзья всегда могут рассчитывать на наше гостеприимство, а врагов мы встречаем с дробовиками. Да, и вот еще. Эти гады, которые забрали Костю, наверняка наши припасы до сих пор у них. Хочешь, чтобы я и припасы вернул? Если получится. Но только после того, как спасешь Костю. Само собой. Твое желание – закон. Опа, еще Костяна спасена до какого-то здесь. Офигительно. Офигительно. Шикарно. Чётя, ты потерялся, что ли? Я за поросятами присматриваю. Такие хорошенькие. Им даже имена дал. Ромашка, Дарья... Ваня, Мина, Юся и Ося, и Демьян. Теперь, когда вся еда закончилась, придется... Боже мой! Вот скажи, и как мне выбрать? Вот кого отправить в поросячий рай? Хе-хе-хе-хе. Прикольные хрюндели. Слушай, да где целое племя получается, да? Вали отсюда! Эх, нахал, не умеешь разговаривать. Так, ну чё, нам надо спасти Костяна, да? Сельский житель. Так, Матвею, становись в очередь. Нужно своей очереди подождать. Мы тут не дикари. Всё по правилам. Ладно,
Ладно, постою в очереди. Отлично, видишь? Так и строится цивилизация. По кирпичику. Молодец, так и надо. Систему нельзя ломать. Если не жить по системе, то будет бардак. Все должно быть честно и справедливо. И взаимно. Давай, дядька, открывай. Идем искать этого мухомора. Слушайте, ну зачем Сталкер 2, вам скажу. Вот он, Сталкер. Вот реально это Сталкер 2. Стопроцентный. Ждали Сталкер 2. Вот он вам и вышел. Мне кажется, даже еще и лучше. Сталкер 2 прошел и забыл, да? Она же там сюжетная, по-моему, будет, скорее всего, вторая часть. Линейная, я так понял. Наверное, я не точно не знаю, но мне так кажется почему-то. А здесь можно побродить, не спеша. Миссии здесь, задания, они рандомные всегда, меняются, нелинейные. Прикольно. Не, ну хотя в Сталкере то же самое, в принципе, было. Это я уже слукавил. Признаюсь. Ну, сам факт говорит о том, что... Ну чего так долго? Блин. Спокойно. Помни, что время на нашей стороне. Рано или поздно они придут. Одного не понимаю. Он сказал, его отправили прятать припасы в какой-то глухомане. Нахрена? А кто их разберет? Они поехавшие все. Живут здесь годами, питаются гребаной радиацией. У них же вместо мозгов каша. Но мы ведь в хорошей этой, ну как ее, позиции для переговоров, так? У них наверняка еще что-то есть. Точно. Я, кстати, знаю парня, которому мы сможем все перепродать. А может, этим долбанутым обратно их добро продадим? Так, припасики. Ура, припасики, друзья. Радиация здесь долбит, правда. Не понял. Друзья, да что ж такое? Оказывается, патроны эти не подходят. Ё-моё. Мы тут оружие понабирали, а оно нихера не стреляет у нас, да? Ну, хоть 20 здесь патронов. Что это такое? Как нам быть теперь? Оказывается, патронные, револьверные патроны, они тоже не подходят на Макаров. Блин, пожалуйста, только не... Ай, бляха-муха! Засек. Засек. Еще двое. Ляха-муха, мри, тварина. Ох ты, ёж ты! Какой странный стреляют-то? Ай-яй-яй-яй-яй, прячься, прячься, прячься! Готов. В голову, стреляй, в голову уж, блин. Четыре патрона, что ли? Эх, блин. Бляха-муха. Блядь, где он стрелял, сука? Да как ты так попал по мне, а? Пиздец, все. Ай, блин, грёбаные патроны! Ну как это так, а? Твои поиски подходят к концу. Кто знает, что Нар теперь с тобой сделает? Лучше тебе не знать, что они для тебя приготовили, любимый.
Тебе нужно срочно выбираться отсюда. Ой, блядь, поделать, блядь, эти гребаные арбалеты, макаровы. Да лучше все старое бы осталось, да все работало и стреляло. И что теперь? Доложите, как только вернется патруль, сержант. Добро пожаловать. На оно мне надо вот теперь, а. Так, а. Пошел ты. Даже слушать не хочу. Ну и что теперь? А где мое снаряжение теперь? Ой, блядь. Ну и чё теперь? Что здесь? Где мой снаряга моя? Ну-ка, а есть ли сохранка? Контрольная точка. Так, 21.44, да? 21.44. Не, лучше перезапуститься, ну его нахрен. Это Ольга? Похоже, она там всем заправляет. Железная женщина. А все эти самоселы, говорят, вместе можно и море осушить. А можно ли вместе отыскать давно утраченную любовь? Так, понятно, все, навалить отсюда, давай, ну ёб твою мать, сахай, блядь. Чуть не спалили меня, валим отсюда. Чё-то сегодня какой-то это, неудачный день сегодня по Чернобылю. Не с той ноги нарастал наш персонаж. Ну, в принципе, не, нормально, в принципе, мы уже два задания выполнили. Ладно, хер с ним, сейчас переиграю. Если что, покормить теперь надо пацанов. Так, все, друзья, давайте на завтра, короче, продолжим этот рыжелеса, да, с Ольгой продолжим это дело. Все, друзья, всем спасибо, спасибо, кто поставил лайк, друзья, вам спокойной ночи. Скоро увидимся. Это был канал GameTime 32. Всем пока и всем спасибо.